Казань, Акбарс-арена, 10-й тур Мелбет первой лиги. Всех, друзья, приветствуем на матче Рубин-Волгарь. Битва ханств, как провозгласили в своем аккаунте в соцсетях казанцы. Штрафной удар, подача, и вот момент. Если там удар по воротам, то опять мяч во вратарской просто стоит. И вот все-таки есть удар по воротам, и 1-0 сейчас становится в этом матче. Добили своего, и что, Алан Загоев, его поздравляем с дебютным голом за Рубин. С двух ног играет великолепно, а что здесь? А здесь удаление, друзья. Нет, не он. 2-0. Запутал Али Аднан. Сейчас всем своим видом показав, что будет бить он. И в штрафной будет пенальти. Ну что, Локтионов, судя по разбегу. Нет, не он. С левой ноги Дюпин не забрал. Не достал мяча. Гол красавец. Еще один в этом матче у нас у штрафного. Какие у нас исполнители-то пошли. 2-1. Бояться ничего. Нужно играть чуть смелее. Но только не так, конечно. Ничего себе придумали Саута. Пожалуйста, 3-1. Великолепно. Нет положения вне игры. Виталий Лисакович использует ошибку и использует великолепную передачу. В первую очередь, которую выполнил Игорь Горбунов. Как раз-таки тогда я уже, можно сказать, похоронил один коллектив. Вот момент, пожалуйста. Вот 3-2. Я сам себя тоже начинаю бояться. 3-2 счет становится. Какой матч мы с вами смотрим. Валерий Цурукян. Второй гол Волгаря в меньшинстве в этом матче. А у Самошникова не есть. Передача. Лисакович не забивает. И здесь Рубин. Олег Смирнов вытаскивает. Вот и он. Волгарь даже в финальном штурме что-то начал выдумывать.